Дружба – это взаимопонимание, прежде всего, доверие, ну и здоровье друг друга. А Бог его знает, что за дружба. Вот это у меня вот сестра, это 40 с лишним лет уже, это дружба моя вот это вот. Ну, для вас, друзья, это что такое? Это самые близкие люди? Конечно. Да, конечно. Это лучше, чем родственники. И вот еще у нас одна третья вот. Ну, то есть дружба есть? Есть, 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 есть. Говорят, что дружбы женской не бывает. У нас бывает. Дружат бескорыстно, а все остальное не дружба. Ну, друг – это тот человек, который всегда рядом помогает, либо это… Он может быть и не рядом, но он друг. Чтоб не продажный был, чтоб дружить, так дружат они. У нас вот была подруга, дружили, все, пили вместе, ели вместе. Что-то сделается с ней, как отсекет, и ни звука. Это что, дружба, что ли? Да нет, что, всякие друзья бывают. И подгадивают, и все, правда? Да. Завистливые. Ну, тогда такой вопрос, что для вас хороший друг? Что хороший? Вот никогда хорошие, не предашь. Мы хорошие друзья, да? Да. Встретились, поговорили, домой ушли, все хорошо, все нормально. Когда человек тебя не бросит в беде, когда он тебе может во всем помочь, вы можете что-то вместе делать, играть. Это для меня дружба. Есть ли у тебя настоящие друзья? Да. Много? Да. Когда, если человеку тяжело, там какие-то совсем уж трудные проблемы или причины какие-то, я думаю, что есть на кого надеяться. Друг – это в первую очередь как родное, что-то такое чувствуется. У вас много друзей? Очень много друзей. Вот у меня муж умер, они прямо поддерживали, писали, звонили. Ну, есть такие люди, которые отсеялись, я им тоже благодарна. Я их любила, простила и отпустила. Ну, то есть дружба есть? Дружба есть.